Готовность к бою ракетных войск проверяют под Нижним Тагилом. Накануне там начались масштабные учения Центрального военного округа. Впервые в них задействованы новейшие образцы спецтехники для инженерных подразделений, охраны и обороны. Об армейских инновациях Михаил Якунин. Колонна военной техники медленно движется по лесу. Бойцы батальонов охраны и разведки осматривают территорию на подступах к позициям ракетных комплексов «Ярс». Боевые машины останавливают фугас. По легенде учения, диверсанты заложили взрывчатку на пути следования колонны. Но это ненадолго задержало ракетчиков. Ликвидация условного противника занимает не больше 5 минут. Была обнаружена диверсионная группа, установившая на маршрутах движения колонн взрывные устройства. Личный состав батальона охраны разведки молниеносно отразил нападение и обезвредил диверсантов. Вся колонна могла быть уничтожена, но на помощь приходит новейшая разработка российских военных. Машина дистанционного разминирования листва на Среднем Урале представлена впервые. Она применяется для поиска и обезвреживания взрывных устройств с электронными элементами. При помощи вот этого модуля она может обнаружить фугас на расстоянии до 100 метров. Такие машины уже стоят на вооружении подразделений ракетных войск стратегического назначения России, где используются установки «Ярс». Эта межконтинентальная баллистическая ракета способна поразить цель и днем, и ночью при любых погодных условиях. Во время учений под Нижним Тагилом ее экипаж отработал все возможные варианты запуска и передвижения. Очень много отрабатывается вопросов. Отработка различных водных, таких как, например, отражение ДРФ противника, диверсионно-разведывательных формирований, преодоление заражных участков местности, действие по сигналу химическая тревога, воздушная тревога, занятие круговой обороны, занятие укрытия личного состава. Недавно в дивизии под Нижним Тагилом прошла серьезная модернизация. На вооружение поступила современная техника. Сегодняшние учения проходят под контролем командующего ракетными войсками стратегического назначения России Сергея Каркаева. Нижнетагильская дивизия с учетом перевооружения на новый ракетный комплекс длительное время находилась в процессе боевого строительства и поступления, освоения новых элементов вооружения и военной техники. Нам очень важно знать, как личный состав освоил сегодня технику, насколько она адаптирована к позиционным районам. Особое внимание уделяется техникам маскировки ракетных комплексов и выводу боевых групп из-под ударов противника. Прикрывают позиции сверхзвуковые истребители-перехватчики МиГ-31, самолеты Ан-30, транспортно-боевые вертолеты и беспилотники. В учениях принимают участие больше 3000 военнослужащих и около 300 единиц техники. Михаил Якунин и Иван Мякишев. События ОТВ.